В этом видео я расскажу, как создать собственное изображение или анимацию для NFT, не умея рисовать и не владея специальными программами типа Photoshop. Итак, переходим на OpenSea и смотрим, что одна из самых популярных коллекций за последнее время, которая выросла на 151%, это Killer Jeff. И это картинки в стиле аниме, которые сейчас очень популярны. Вот, допустим, такая NFT-шка стоит $2200. Как мы можем создать что-то подобное? Очень просто. С этим нам поможет искусственный интеллект. Причем бесплатно. Я сегодня покажу три ресурса, с помощью которых вы можете создать собственное изображение или анимацию и далее сделать из него свой NFT-токен или целую коллекцию. Первый сервис для генерации изображений называется ArtBreeder. И он условно бесплатный. Иногда вам может выскочить некая табличка с просьбой оплатить или расширить функционал этого сервиса. Но вы можете ее отклонить и продолжать пользоваться бесплатно. Итак, обязательно регистрируемся. Далее у вас появляется такой раздел Create. И здесь мы можем создать собственное изображение или анимацию. Выбираем категорию, допустим, портреты. Можем создать собственную анимацию. Посмотрите, как круто это выглядит. Прям завораживает, согласитесь. Можем загрузить сюда собственное изображение. Можем создать изображение рандомное. Смотрите, сервис нам сам предлагает выбрать что-то между вот этих портретов. Здесь мы можем менять характеристики. Я сейчас просто тыкаю необдуманно. Конечно, это нужно смотреть, читать, переводить. Вот смотрите, какая получается хренотень. Но в целом, если разобраться, может получиться достаточно прикольное лицо, которое мы можем в дальнейшем разместить как свой первый NFT-токен. Очень прикольный сервис. Если посмотреть, какие здесь есть уже изображения, то можно найти достаточно прикольные изображения. Ну, допустим, вот это. Смотрите, как это стильно смотрится. Или вот это. Круто. Круто. Я думаю, что такая картинка вполне может набрать большую популярность. Смотрите, я прямо сейчас в моменте могу менять ее настройки. Вот это я неправильно сделал. Здесь все по-английски, поэтому лучше знать, конечно же, язык, либо пользоваться переводчиком. Либо тыкать наугад, и в принципе все это в моменте меняется. Смотрите, просто я гениальный художник. И вы также сами можете создать портрет. Он может быть трешовый, страшный, в общем, на любой вкус и цвет. Окей, значит, этот сервис называется ArtBreeder. Какая страшная у меня морда получается. Боже мой. Куда меня... Окей, давайте вернемся к чему-то более приятному. Ну вот, например, к такой девочке. Обязательно перейдите и подпишитесь в мой телеграм-канал. Здесь я опубликовал и закрепил в шапке канала подробную инструкцию NFT для чайников. Это максимально подробный альманах по теме NFT, причем он достаточно свежий. Здесь подробно рассказано, что такое NFT, как создавать собственный NFT, как купить NFT, как зарабатывать на NFT. Подробнее инструкции на тему NFT я еще не встречал, поэтому обязательно скачивайте, изучайте, читайте. И следующая нейросеть называется Dream. Она генерирует картины также случайным образом по текстовому запросу. Получается абстрактно, но быстро и почти всегда красиво. Итак, давайте выберем стиль. Здесь один из разных стилей. Давайте выберем стиль мистический. Давайте напишем дракон по-английски. И создадим свое первое произведение искусства. Ага, уже что-то вырисовывается, смотрите. Ну, прям интересно очень. Кстати, процесс создания можно записать на видео и использовать для
продажи своего NFT. Смотрите, здесь даже можно заминтить в скором времени сразу из сервиса. Смотрите, как круто. Сейф. Здесь, конечно, не совсем понятно, дракон ли это. Все сохранилось. Открываем. Абсолютно бесплатно. Я нигде ничего не платил. Вот смотрите. Можно обрезать, допустим, вот здесь, да? И вполне себе искусство. Как будто вот недавно красками нарисовано. И третий сервис, где работает нейросеть для генерации картинок по описанию. Русскоязычный. Представьте, здесь можно использовать русский язык, писать запросы на русском языке. И этот сервис создан Сбербанком. Называется он RuDaLye. Очень странное название, но в принципе характерно для всего русского, созданного в России. Как-то у нас с неймингом не очень. Но это не важно. Важно то, что этот сервис работает. Вот давайте посмотрим галерею, во-первых, что уже этот сервис создавал. Смотрите, достаточно прикольные картинки. Вот, вот мне нравится кошка на луне. Смотрите, стиль, стиль. Можно такой NFT токен продать дорого? Я думаю, можно. При должном маркетинге, поддержке, пиаре. Почему нет? Как называется еще раз? Кошка на луне. Вот давайте что-то подобное создадим. Пробуем. Так. Кошка на луне. GBLX. Смотрим. О, кошка на луне. Что-то похоже больше на ворону на месяце. Ну ладно, в целом получилось достаточно неплохо. Можем свободно сохранить это изображение и создать из него NFT токен. Абсолютно бесплатно. И создавать собственные коллекции. Пользуйтесь.